В столице Каталонии накаляется обстановка с приближением всеобщей забастовки. Она пройдет завтра, но протесты с каждым днем приобретают все более радикальный оттенок. Стражи порядка под градом из бутылок и камней. Почти 100 пострадавших со всех сторон лишь за одну ночь. Сгорело не менее 6 автомобилей. Задержаны десятки человек. Несмотря на стычки с правоохранителями, протестующим удалось заблокировать несколько автомобильных трасс, в том числе шоссе, которое ведет во Францию. Мадрид стягивает в автономию дополнительные силы полиции. Ожидается, что завтрашние протесты могут превысить по размаху манифестации последних дней.